Целовать не будете? Клуб хочет поздравить нашего руководителя с этим прекрасным днем. Мы очень благодарны вам, что вы сегодня разделили это счастье встречи творческой, любовной, душевной вместе с нами. Дорогой Александр Юрьевич, мы вас очень любим. Поздравляю с днем рождения, говорим. С днем рождения поздравляю от души тебя вас, от судьбы подарки. Впечатлений ярких, да нас слышно, наверное. Впечатлений ярких и, конечно, море счастья. Пусть отличным будет праздник, он у нас сегодня есть, и сияет лица. Будем радоваться и веселиться. И я хочу вам сказать, дорогой Александр Юрьевич, я вам очень желаю, в первую очередь, здоровья, любви всех окружающих, и новых творческих побед, потому что действительно вы сегодня раскрылись таким творческим человеком, что я впервые услышала и просто любовалась и наслаждалась. А Творец дарит вам такие слова. Вот у вас песня была, я разный, да? Мы все разные, совершенно верно. Кто владеет собой, тот владеет миром. Поэтому пусть эти слова будут путеводной звездой ему к самосовершенствованию высших духовных вершин. Благодарим вас, поздравляем, дарим вам вот такой прекрасный, замечательный альбом. Мы очень много фотографируемся. Так, теперь у вас будет все по уму. Здесь лежать. Держите и посмотрите хорошему человеку, не просто так. А потом... Спасибо. Это самое нужное в хозяйстве. Мы не только дарим альбом, но и вот эта ваза, такая красивая ваза, ты в нее складывай все радости, все свои новые познания. Вы знаете, это такой человек, он может влюбить в себя кого угодно. Самая характерная его черта, что он радуется за других. Он ведь нас научил любить бабушка. Если у бабушка творческий вечер, это бесконечно, потому что творческих вечеров много, у нас талантливых людей много, и он всегда напоминает, у бабушка, смотрите, у бабушка, ну, конечно, мы идем к бабушке, да, да, да. Он на самом деле способен радоваться из-за других. Это у него характерная черта. Он очень сильный. Я знаете, за что его полюбила? Это первый человек за мои 63 года поднял меня на руки. Никто, никогда. Я теперь, наверное, у меня надежда в меня вселила. У меня муж строитель. Говорит, бревно запросто поднимаю. Но я, видимо, не бревно. Поднять не может, а он поднял. Спасибо. На мой день рождения, не думайте, никуда не унес, а то я уже там. Ага. И мы сейчас поздравим песней, солистка нашей песни, которую мы переделали. Вот эта удивительная женщина. Мы все подпоем, взяли все. Людмила Куценко будет исполнять, а сочинила Купцова. Извините, недавно, да? Людмила Якушева, кстати, автор этой песни. Да, вот у нас не только вот... Как говорится, виновник торжества пишет песни. Ну вот у нас еще вот есть человек, который пишет. Я думаю, в интернете многие слушают мои авторские песни. Я думаю, что вы нам все подпоете. Давайте все дружно. Песня на мелодию песни Анны Герман «А он мне нравится». Все помните? «А он мне нравится, нравится, нравится». Вот на эту мелодию мы и споем сейчас с Людмилой песню «Поздравления Александра». Нет, все. Вам. Пожалуйста. Видно. Все думают, он небольшого роста. И говорят, общаться с ним так просто, что говорят, мы это давно знаем, и
совсем без выражения. И от него мы получаем наставления. А он нам нравится, нравится, нравится. И в клуб одну по воскресеньям спеши. А он нам нравится, нравится, нравится. И ему спасибо, все с любовью говорим. Сегодня мы спасибо. И вам, конечно, выступающие, конечно. Большое спасибо. Приходите к нам еще.